Этот год для СНГ особенный. Год, когда Содружество отмечает 20-летие своего образования. Поэтому главный вопрос Душанбинского саммита – подведение итогов работы организации. Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании Совета глав государств в расширенном составе, отметил, странам в рамках СНГ удалось найти форму сотрудничества, приемлемой для каждой из сторон и эффективной в новых геополитических условиях. Реализуется концепция дальнейшего развития СНГ, обеспечивается выполнение стратегии развития СНГ до 2020 года, на стадии завершения проект договора о зоне свободной торговли. Уверен, что только непрерывный обмен мнениями, поиск совместных решений по актуальным вопросам СНГ является наиболее эффективным, безальтернативным путем к достижению общих целей. Однако было время, когда Содружество откровенно критиковали за рыхлость и аморфность. Многие документы работали не в полную силу. Дмитрий Медведев в своем выступлении поддержал оценку развития СНГ, данную президентом Нурсултаном Назарбаевым. Мы все видим проблемы, которые существуют в СНГ. В адрес СНГ всегда выпускалось значительное количество критических стрел. Говорили об аморфности, о слабом выполнении принятых в рамках СНГ обязательств. Только что, кстати, такой же анализ был дан Нурсултану Абишевичу. Многое из того, что говорилось и говорится, справедливо и правильно. Президент Армении Серж Саргсян, в свою очередь, особо отметил важную роль президента Назарбаева в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Нурсултан Абишевич хорошо помнит те дни. 20 лет назад он с президентом России Борис Николаевичем Ельциным побывал в Баку, Ереване и Степанакерте с посреднической миссией. Государствами-участниками Содружества независимых государств являются 11 стран. На саммит в Душанбе приехали главы практически всех республик. Особенно значимым отмечали политологи, на саммите было присутствие казахстанского лидера. Ведь именно Нурсултану Назарбаеву принадлежат основные крупные интеграционные идеи внутри СНГ. Идеи, которые сегодня воплощены в реальности, работают практически, а не на бумагах. Подводя итоги 20-летия образования СНГ, многие политологи и эксперты сходятся в одном. Именно Нурсултан Назарбаев является основателем Содружества независимых государств в той форме, в какой оно работает сегодня. Он выступил автором и мотором знаменитой Алматинской декларации, положившей начало деятельности СНГ. Казахстанского лидера называют не иначе, как отцом интеграции. Я, как председатель исполкома СНГ, конечно же, не могу не сказать с большим удовлетворением о активности президента Казахстана, всех структур власти в Казахстане в интеграционном взаимодействии. Казахстан всегда выступал за углубленное взаимодействие, и именно поэтому Казахстан участвует и в ОДКБ, и в Евразэс, и сейчас в таможенном союзе, и в рамках Содружества независимых государств. Я это могу констатировать. По всем направлениям сотрудничества Казахстан принимает самые активнейшие участия. В Казахстан является такой площадкой, где регулярно проводятся форумы СНГ. Процесс такой интеграционный, он постоянно идет, и в центре этого процесса, насколько мы видим, всегда находится Казахстан и его лидер Нурсултан Абишевич Назарбаев. Я думаю, что это очень четко отражает суть вообще стремлений президента Казахстана за все эти 20 лет. И цели, и задачи, и те инициативы, которые выдвигались им в этом направлении, именно служат образцом создания неких интеграционных процессов как в рамках постсоветского пространства, допустим, так и в рамках регионального сотрудничества государств Центральной Азии. Мотором этой нашей интеграции, это основой оси стабильности является, по моему убеждению, стратегический союз двух государств, России и Казахстана, стратегическая ось. Москва – страна, вокруг которой вертятся все интеграционные проекты. А отцом нашей интеграции, интеллектуальным лидером, безусловно, является президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. От него исходят все важные интеграционные проекты. Они неизменно опережают время, и они впоследствии поддерживаются и Москвой, и другими участниками интеграционного проекта. Сегодня СНГ – это крупнейшая межгосударственная организация. С начала его работы подписано свыше 1000 документов. За 20 лет на территории Содружества были образованы несколько крупных и успешно действующих форум интеграционного взаимодействия. Это ОДКБ, Евразэс, Таможенный союз. И всюду Казахстан играл и продолжает играть роль ведущего игрока. Естественно, к этому юбилею 20-летия каждая страна пришла своими достижениями или некоторыми недоработками.
Но общеизвестно, что регионы Центральной Азии стал доминировать Республика Казахстан, который удивляет не только своих соседей по региону, но и своего мирового сообщества по своим инициативам. Инициативы президента Казахстана как раз вот представляют собой большое значение, поскольку он стоял у истоков создания Евразеса, и благодаря ему во многом с 1 июля в полной мере вступил в силу таможенный союз между Россией, Казахстаном и Белоруссией. И эти усилия он продолжает. Я бы сказал о том, о роли вот президента Казахстана. Она, мне кажется, еще заключается в том, не только в формулировании каких-то новых инициатив, она еще и заключается в поиске проблем, их, я бы сказал, кристаллизации и, конечно, поиск новых подходов к их решению. Ну, взять, например, вопросы миграции после инициативы Казахстана, связанные именно с проблемами миграции, появилась конвенция о правах трудящихся мигрантов. Я считаю, что интеграционных идей Назарбаева очень большое будущее. Нам предстоит создать единое валютное пространство, нам предстоит создать единое экономическое пространство, которое мы называем ЕЭП, где будет свобода перемещения товаров, услуг, ведение бизнеса. И в перспективе нас ждет, конечно же, Евразийский союз государств. Государств свободных, суверенных, независимых, но с мнением каждого, которое будет считаться его партнером. Я думаю, вот будущее за таким Евразийским союзом, о котором говорил, мечтал Назарбаев. И я думаю, что эта мечта довольно скоро воплотится в жизнь. На саммите, кроме подведения итогов работы СНГ, главы государств обсудили немало практических вопросов и подписали свыше 10 документов. Среди них программа сотрудничества стран СНГ в противодействии незаконной миграции. Она рассчитана на 3 ближайших года. Как нужно действовать дежурным по противовоздушной обороне сил стран СНГ при получении информации о захвате воздушного судна? Об этом также говорится в одном из подписанных соглашений. Кроме того, подписан документ об увековечении памяти о мужестве и героизме народов стран СНГ в Великой Отечественной войне. Также принято заявление глав государств в связи с 20-летием образования Содружества. В рамках саммита президент Казахстана провел двустороннюю встречу с временно исполняющим обязанности президента Молдовы. Нурсултан Назарбаев и Марион Лупо обсудили перспективы сотрудничества двух стран. Здесь же на саммите президенты государств СНГ договорились встретиться еще раз в Москве, где в декабре в неформальной обстановке пройдет юбилейный саммит глав государств Содружества. Назия Туякова, Хасен Маркулов, Бахтыбай Шаханов и Кайрат Макажанов. Хабар при поддержке телерадиокомплекса президента из Душанбе.